Добрый день, уважаемые зрители. Меня зовут Валерий Нарежный. Тема моей следующей лекции – налоговые риски договоров франчайзинга. Этот тип договора получает все большее и большее распространение в отечественной деловой практике, и все большее и большее количество франчайзеров и франчайзи в той или иной степени сталкиваются с определенными налоговыми рисками по этим договорам. Как избежать таких налоговых рисков или хотя бы минимизировать их, включая или не включая определенные условия в договор, или выполняя какие-то иные действия, связанные с заключением и исполнением договора, я расскажу в своей лекции. Смотрите на видеоконсультант.